Григорий Селезнев прожил в этом районе большую часть своей жизни. Теперь он выставил свою квартиру на продажу. По словам мужчины, терпеть такое соседство он больше не может. Да и от переговоров с управляющей компанией и местной властью результатов никаких нет. Помимо того, что мусор вывозят с большой задержкой, к бакам подобраться практически невозможно. Не дает месива из грязи и воды. Приезжал Шарко, этот депутат. Тоже мы с ним поговорили, все обсудили. Да, надо бы здесь отсыпку сделать. Ну, сделайте отсыпку, ну все, значит, займемся. Бесполезно. Жители частного сектора также жалуются, что с того момента, как здесь установили несколько мусорных контейнеров, в их домах стали появляться нежеланные гости в виде крыс и тараканов. Что интересно, не приезжает, например, машина, да, КамАЗ этот. Глядишь, он 2-3 контейнера выгрузил, все, он уже полный, он загрузил, уехал. Также контейнер, этот негабаритный груз. Подъедут, несколько закидают, все остальное, оно копится. Также, по словам ангарчанина, управляющая компания «Жилком» от внутридворового проезда, который как раз и ведет к мусорной площадке, открещивается. Сотрудники уверяют, что это территория муниципалитета. В администрации города мужчине и вовсе ответили, что они не знают о такой дороге. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск.